У нас сегодня будет одна пушка на двоих. Эдик, ты в курсе, что это просто ебанутый челлендж? Сегодня у меня в гостях Эдуардик. Всем привет, всем привет. Я ног того. Живи, живи, Эдуард, живи. А, спиной еще! Сталин, брат! Ура! Я его докнул. Здорово, хорош, хорош. Давай, пушим, пушим, отвлекаем. Эдик, Эдик, Эдик! Леди и джентльмены, всем здорово, дорогие друзья, вы на канале Эврикиу, и меня зовут Альберт, и это новый ролик на моем канале, ёпты. Короче, пацаны, у нас сегодня, знаете, что будет? У нас сегодня будет одна пушка на двоих. И мы имеем только право играть с той пушкой, которая упадет с золотого кейса. Итак, ребята, в каждой новой карточке. Если, допустим, где-то оружие потерялось, проебалось, кто-то умер, кто-то сдох, мы бежим к нему, подбираем эту пушку и стреляем только с нее. Но также мы имеем право играть со сковородкой и убивать типов с хаешки, либо же с молика. Поэтому, ребята, видосик получился очень интересным. Присаживайтесь поудобнее, не забывайте подписываться на канал, ставить лайкосики. Всем приятного просмотра. Ну а также залетайте в мой личный метро-магазин по самым низким, по самым вкусным, по самым сочным ценам. То есть вы можете купить буст аккаунта сопровождение метро-шмотки даже в новом сезоне. Ссылочка будет в описании. Сегодня у меня в гостях Эдуардик. Эдуардик, поздоровайтесь. Здравствуйте, всем привет, всем привет. Вы на канале Аврики, да? Вы на канале Демон и Андро. Демон и андроид. Короче, Эдик, ты в курсе, что мы сегодня делаем? Естественно. Да, сегодня мы будем жестко разносить пятую карту. Погнали. Дальше, Эдик, Эдик, закупай пятерочки. Ставь пятую карту, погнали в катку. Скорее всего, они пушить пойдут, скорее всего. Если не... А нет, они дебилы! Они убегают, Эдик. Погнали за ними, слышишь? Очкошники убегают. Ва, Альберт. Осторожно, Эдуард. Где он сидит? Слышишь, нас, по-моему, крутит. Давай я смог закину. Давай это делай. Осторожно, не ногайся, Эдик. Бля, что делать-то? Там фул пачка, а у нас скорелька одна. Я тут припиздик упорю, блядь. Я ног того. Живи, живи, Эдуард, живи. Он ко мне пойдет, давай, чтобы я его доел, слышишь? Это нормально, все хорошо. А, спина еще! Сталин, брат! Слава Советскому Союзу, брат, поживи, пощади, пожалуйста. Бля, ну что делать-то? Тебя нокать должны, а не меня. Я хз, что делать, Эдик? Попробуй ко мне, жопа мне. Я к тебе прилип, Эдик, я сюда, ёпта. Я сверху. Короче, жопа. Ебать, это что за мясо, Эдик? Слушай, Скар, это неплохой вариант был, чтобы отыграться, нахуй. Давай, я пробую. Прикинь, слышишь? Золотая пушка упала. Боже мой, что это за бафы? Что это за бафы? Сборочный материал снижает цену ремонта на 30%. Эдик, ты в курсе, что это просто ебанутый челлендж? Ну мы кончены. Нормально, сковородка, блядь. Ну слушай, у нас золотая как бы кибузешка, можно прорваться, да. Цена ремонта — это очень полезный баф. Конечно, особенно когда, блядь, надо всех уничтожать. Ты сковородкой бегай, будешь пули отбивать. Да, прям у тебя перед лицом буду бегать и махать. Ура! Я его нокнул. Здорово, хорош, хорош. Так, брат, я хилюсь. Альберт, они смоки раскидывают. Да ничего страшного, прорвемся, брат. Он идет, Альберт. Прячься за камень. Это бомж. Я его доел. Давай, пушим, отвлекаем. Эдик! Боже мой, бля, что это такое, нахуй? Ёбана рот. Короче, ладно, Эдик, мы сдохли снова, погнали, открываем. Так, Оскар не спиздили у нас. Слышишь, давай я тебе все-таки дам, все-таки я видел, как ты тапаешь там. Окей, босс. Ну я же видел, как ты тапаешь, брат, ну что, ты не сможешь, что ли, сделать этого?
Я думал, что ты сможешь. Сейчас всё организуем в лучшем виде. Эй, ты в курсе, что у нас жопа полная будет? Не, ну я предлагаю тебе наверх отойти. Но если ты конченый, то ты можешь, в принципе, пупор подойти к ним. Я прям смотрю на это. Как ты тапаешь, Эдуард? Что-то самому захотелось аж. Но они пупор подходят, слышишь? Он валяется, слышишь? Он валяется у камня вон. Watch out! Что за дебил? Просто вот человек, он просто валяется. Блять, патрон. Он ногту ползет. Он ползет, Эдик, ползет. Хорош. Эдик, ты просто ювелир. Забрал этих. Хорош. Давай, слушай, давай туда подтянемся, нам патроны нужны. У нас ведь нет больше патронов. Нужно как-то аккуратно, слышишь? У меня смоков нет. У тебя есть смоки? Да, 3 штуки. Так, тут сумка 6, я ее заберу. Ой, МКшка, вышка у тебя упала, найс. Да, ну сколько ёпта, еще? Ну как они? Не, ну тут урона явно не хватает. Можешь патрон мне взять? Да, дальше принесу тебя. Все, пацаны, я теперь не ютубер, я теперь доставщик, ёпта. Ебать, ну кипатор пустил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, погоди. Ему он дамажит, слышишь? Сэмки так нормально. Откуда он стреляет, ты видишь его? Слева, Эдик. Тебе смог кинуть? Да. Мне пизда. Все, меня нокнули, подтягивайся. Давай, Эдик. Эдик, бросай. Куда я? Я его в вет положил. Слышишь? Давай, ребят, в упоре она вообще мощная. А какое у меня МГшка? У меня против меня МГшка, брат. Мне жопа. Нормально, можно. Ну а давай, золотой кейс открываем. Блин, 1600 стоит, а ничего с него не падает. Вообще есть смысл открывать золотой кейс? Сейчас как с СМКахой какой-нибудь вообще просто минус сервер. Давай посмотрим. Брат, ну почти МКшка, слушай, ну по крайней мере патроны не те же, слушай. Одного калибра, брат. Слушай, Эдик, ну нам прям спауны в жопе дают, прям в жопе мира. Кстати, ты в курсе, что у нас на типы будут, возможно? Ну они, возможно, сюда придут, но если не дебилы, то они пойдут вперед. Ну и скорее всего не вперед пойдут. Ужасно. Нет, они не дебилы, слушай. Дайте я ему въебу. У нас АМР. У нас спина, Эдик! Брат. Я оружие и тебя спиздил, я все спиздил. Я не знаю, что нам делать, потому что там жопа полная. Похуй. У нас тип уже справа. Тип справа, Эдик. Он прыгает, он тимится. Погоди, он тимится. Пускай, подними меня. Зачем они граник делают? Спина, Эдик. Все, Эдик. Зачем ты закрыл-то? Имрекью, здорово. У меня-то на балике 4500 почти. Ну что, давай откроем пофигу. МК-12 вышка, брат. Но нам нужно тащить. Нам нужно тащить это 100%. Но это прям очень тяжело. Так, давай я тебе все-таки скину все-таки тапоку тебе. Доверю в твои руки. О, слушай. Человеческий спаун хотя бы нормально дали. Короче, Эдик, пойдем вперед. У меня есть сковородка. Опять же, говорю, буду от тебя муху так отмахивать. Понимаешь? Бегай перед лицом прям. Не приставали, что у тебя. А давай, кстати, у нас там типы, по идее, сюда должны идти. Мы вообще успеем сюда перехватить их? Думаю, да. Короче, пошли, Эдик, радик, потому что у нас, ну, как понимаешь, же денег нет, из чего я буду сковородку собаку. Избивать, так скажем. Да, мне кажется, ей понравится этот массаж. А, типы, Эдик, типы идут. Молик. Тайминговый хаешечек. Так, давай я буду закидывать, короче, раскид в них. А ты будешь отбиваться. У тебя коллиматорка есть еще. Я знаю. Я тебя скидывал. Мне кажется, сейчас хае в лицо залетит. Возможно, кстати. Не исключено. Двое вроде по шагам было. Давай. Сука. Эдик! Давай оружие, бери. Я телом прикрываю. Отходим. Калим дай, Эдик. Нахуй тебе калим. Да дай калиматорку. Пизда. Давай. Перезарядка. Яй-яй-яй-яй. Они просто толпой задушили. Что выпало? Не, ну слушай, здесь на самом деле пушка хорошая. Так, парни, мы запустились по автоподбору. Так, чисто по приколу. Вон там Телес. Чел бежит. Увидел? Третий, видел там? Там чел бежит. Построился вообще. Во-во-во, Хитман, давай, братуха, работай. Вон он идет.
Хитман, Хитман. Ой, Хитман хорош, брат. Сзади, Эдик. Сзади. На школе типа стало сибряки. На школе типа стало. Первый этаж, двое вроде, двое там вроде. Ебать, их тут альбет. Хитман, брат! На жопу, пацаны. Хитмана ногтули, пацанам жопа. Хороший, Эдик. Ты лучший. А этого типа... А! Гака! Да ё-мо, сколько их тут, а? Леди Джейдовец, это у нас мат в 3-0-3-2. Сейчас он остался кочем против овой бачки. И что же будет делать? Так, он занимает удобную для себя позицию. Он мат видит оппонента своего. Достает свою филигранную МКшечку. Наверное, золотую, там какую-нибудь вышку МКшечку, да, брат? Да у меня стальная обычная. Ебать, сталик золотая, нихуя. Да обычная вышка. Мне уже жопа от вас подгорает. Ну все, хоть по мне. Давай, 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 он же бежит. Ну, ты сейчас всю спуску проедешь. Блядь. Анатолик. Голуби, ну-ка тихо там, нахуй. Ау, купал. Ау, нормально. Какие нахуй голуби, Эдик. Знаешь, судя по локации... Нам жопа. У меня есть... Ну, можно и так сказать. Так, я пробую подойти вперед. Ну, вроде бы... Вроде бы справа никого... А я не... А-а-а, теперь вон они слева подходят к тебе двойка. Они бомжи. Ага, бомжи шестерки. Бомжи, да? Еще сзади. Ползет к тебе. Эдик, я нулевый. Так, парни, короче, мне тут скинули много вещичек, чтобы я их продал, чтобы у нас был баланс. Давайте попробуем открыть еще один кейс, все, это точно последний, потому что все, больше денег нет. МК ковр, брат. Короче, Эдик, бери, хватай, забирай. Ну, я так понимаю, что они на ратку ушли, слышишь? Они на ратку ушли, походу. Убегают, убегают вперед, видишь, вперед, впереди убегут, бежит, 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 впереди. Вижу, да-да-да, но я не зажму, Альберт, я не зажму. Давай за ними пойдем. Врей, ждут нас, ждут, Эдик. Жду. Эдик. Что за додики? Почему не фупачка? Под себя оружие, Эдик. Под себя оружие скидывай. Я доползу до тебя. Тебе было скину под себя оружие, Эдик. И что мне делать? Я не успел. Тебе сталик упал. Лутай, отходи назад. Оружие ты взял? Да, нет, там не упало ничего. Да ну нахуй, я про это забыл. А мне еще пачка тут. Пизда мне, Эдик. Просто пизда мне. Что делать? Братья мои, пощадите, пожалуйста, прошу вас! Не бейте! Еще вот так мы с тобой покружимся! Что тут происходит? Что происходит, Эдик? Короче, парни, если вы хотите продолжение этой рубрики, то поставьте лайкосик, подпишитесь на канал. Надеюсь, ребята, если выйдет продолжение, то у нас уже все будет получаться, потому что, ну, это натуре тяжело, ребята. Это очень тяжело против упачки в соло играть. Опять же говорю, всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Ну, либо же на стримчике. Всем пока, всех обнял, бай-бай.